Война за освобождение Карабаха закончилась, но ее герои навечно останутся в памяти народа. Каждая фотография в интернете и СМИ доблестных бойцов азербайджанской армии, каждое свидетельство проявленных ими мужества и отваги вызывают бурю откликов. Вся страна гордится нашими солдатами, вся страна оплакивает погибших героев. Видеокадры, на которых азербайджанский воин срывает флаг противника и трепетно водружает флаг Азербайджана над освобожденным городом Губадлы, заставило содрогнуться сердца всех. Имя бесстрашного воина Рояла Джафарова передавали из уст в уста, а потом это имя стали произносить со слезами и скорбью. Незадолго до прекращения боевых действий в боях за Лачин солдат погиб. Фото его похорон потрясло не меньше, чем свидетельство подвига. Презрев обычаи, Фирузов вдова Шахида на своих плечах вместе с родственниками и друзьями погибшего несла гроб с его телом к месту погребения. На лице молодой женщины безмерное горе, но не слезинки. Она достойно провожает в последний путь героя, сражавшегося за освобождение родной земли. Уроженец Генджи, военнослужащий сверхсрочник Роял Джафаров, с первых дней войны участвовал в боевых действиях. Сначала на Муровдаге, потом в битвах за Зангелан Джибраил. 4 ноября в схватке с врагом в Лачинском районе он пал смертью храбрых. Да упокоит Аллах души наших шахидов. Пусть земля им будет пухом. Низкий им поклон и вечная слава.